Мы едем на островок. Потом, не знаю, название. Вообще с авто... Заедь. Чё? Авто неси. За Эхиону, а не? Покатаемся по этому маленькому острову. Это Лико. С трудом нашли паркинг. Столько машин. Улицы узюхонькие. Магазинчики, кафешки. Кафе Кендрико в центре. Хочу церковь, это красивая. Церковь открыта. Очень красиво. Здесь можно святой воды набрать. Для хора. Магазин мяса, булочная. Магазин куриные изделия, рыбный магазин и так далее. В общем, такой вот городок небольшой. Хлебный. Это дорога с материка на этот маленький островок. И живут же везде люди. Вышли к набережной.
О, сколько птичек много. Утки. Вапхис, это утки. Столько уток. Символом города является Аргу. Ясос. Такие у них балкончики бывают. Такой дом старинный. No. Говорит, посмотри, на машине сидят кошки и кушают, а потом царапают краску у машины. Ужас, не жалко. А металл? Такая небольшая экскурсия. Страшные дороги, камнепад. Забрались мы не знаем куда, очень высоко. Ехали по очень красивой, проезжали красивые деревни разные. Забрались на очень большую высоту, я не знаю. Тихорипус-Хорилин. Арканис. Мы едем в деревню Карпенис. Do that to me one more.
Это в этой высоты и масштаба всего увиденного. Нужно снимать бесконечное видео. Просто гипаус. Осторожно, лед. Но сейчас нет уже льда, слава богу. Дорога, по которой мы едем. Смотрите, сколько с гор воды. Какая благодать. Какая красота. Солнце садится. Уже где-то 4:30. Ну, из-за гор. А вообще у нас световой день в конце февраля. Сейчас до 7 часов вечера светло. Греться. Да. Смотрите. Как мы едем. И тут таких дорог очень много. С ума сойти. Люди даже остановились, чтобы снять видео. И вот эти тут погибшие. Вот таких домиков тут очень много. Мы едем сегодня. Потому что в любой момент камнепад. Честно говоря, экзотика, но страшно. Остановка случайная. Рыбу разводят. Посмотрите, какой вид красивый. Остановились на рыбу, посмотрите. Я не могу налюбоваться на эти шикарные горы, на этот снег. Обычно форель. Сейчас посмотрим. Плавает, но на видео не видно. Может, где-то поближе. У нас там возле волоса прям близко можно подойти, а здесь не видно. Видно, что она прыгает. А вокруг вон деревня какая красивая. Церковь опять же наверху. Прям видно, как она плавает по поверхности, эта рыба, но саму рыбу не видно. Можно купить, вот вылавливают прямо при тебе. Интересно, сколько стоит килограмм? Я спросила у мужчины, 7 евро килограмм. Вот она. Ой. Ой, как ее много. Смотрите, какая красавица форель. Ифта евро то кило. Ифта евро то кило. Пули. Посмотри. Такие. 5 часов вечера мы нашли в этих горах и долах таверну. Ехали в одно место, но уже решили покушать. Есть хочется. Красивое. Наверное, вкусно.
Написано, что есть по меню. Красота. За водичку принесли. Меню деревянное. Такой дизайн. Варенье можно купить, мармелад. Такой декор прикольный. Еще один зал. Красиво. За окнами горы. Сейчас карнавальные дни в Греции. Наряжено все к карнавалу. А у нас масленичные. Мы заказали салат капусты с морковкой. 4 евро. Хлебушек нам подали на гриле с оливковым маслом и орегано. Горная водичка бесплатно. И ждем наши вторые блюда. И вот какой у нас вид. Мы возле окна всегда любим сидеть, если есть свободные места. Вроде такое место, вокруг ни домов, ни деревень, а людей, люди есть таверны. Заказал ювец, это маленькие макароны с говядиной, запеченные сыром. А я заказала говядину, хотела с баклажанами, но закончилась. Заказала с картофелем. 3. По 9,50 порции. Вот кто-то скушает, ювец это такие маленькие макарончики. Видите, в горшочке с мясом, как рис, в форме риса, называется ювеце. Носите мы? Аркита. Угу. Приятного аппетита, калиорекси. Ставил 24,80. Хлеб, конечно, очень-очень вкусный. Подарок нам принесли десерт. Галактобурек. Галактобуреку. Попробуем. Сейчас попробую этот десерт. Галактобурек там. Сегодня себе представляет. Очень сладкий. Не, внутри нормальный. Посыпан корицей. И такая масса молочная. Вкусная. Нормально, не сильно сладкий. Мед, корица. Внутри такая масса на основе молока. И сверху, и снизу тонкое слоеное тесто. Очень вкусное, рекомендую. Пока мы покушали, уже вечереет. Я думаю, что мы вряд ли уже где-то остановимся. Будете в этих краях, заезжайте в эту таверну. Между горами и дорогой. Всего, до новых встреч!